Тедобот, вы много работали. Трилпилчик. Это второй канал. Есть первый, да, ссылочка в описании. На ТГ тоже ссылка в описании. Подписывайтесь. Если вам понравился очень сильный релизик, тоже можете поддержать этот видос, чтобы увидело больше людей, да, естественно. Каждый лайк — это продвижение какое-либо. А сегодня у нас «Искренний я», альбомчик, который вот состоит из 10 треков. Вот, 12-й релиз в карьере Тимура. После «Челси 3» вышел. Блядь, «Челси» недавно вышел. И он уже дропает еще один релиз. Из 10 треков я, блядь, ну, пацанчик работает, да. Фитков вообще нет. Все соло. Вообще ушел от всех, и как я вижу, блядь. И не знаю, правильно это или неправильно, тоже напишите свое мнение в комментах. Если я что-то здесь не до конца чекну, тоже напишите свое мнение обязательно. Вот, это очень важно и, блядь, очень будет приятно. Вот, если я увижу от вас обратную связь. Моя вина. Все, к чему пришел, только моя вина. Это моя вина. Марина. Ну вот это хуёво, базар. Да блин. Факты, факты, факты. Факты, бля, бывает. Только моя вина. Это моя вина. Но тут Трилпил, да, именно что-то от себя, да, говорит. Именно опять искренний я, да, опять немножечко от души что-то рассказывает. От души с любовью, как говорится, блядь, смотрел вчера, как шашлычок готовит мужичок один. От души с любовью. Вот здесь то же самое в музыке, да. Я чувствую то, что весь мир против меня. Короче... Какие-то проблемы, да, в жизни появляются у человека. Даже то, что у него дохуя денег, да, но ему все равно было лучше, когда он был, короче, у себя на районе. Он себя чувствовал пизже гораздо, вот. Наблюдая, как растут пацаны со своего падика. Ну, реально, как будто раньше... Ну, другие ценности были, да? Сейчас уже другое. Здесь у него мама сходит с ума уже последние лет 50. Я слишком похож на нее. Блин, короче, очень-очень жестко, на самом деле. Да. Трилпильчику плохо немного. Вот, поэтому лайкосы, ребят, надо поставить, чтобы вам было хорошо. Ну и комментарий приятный написать под релиз его, не мой. Ссылка в описании на его релиз будет, на его ВК. Вот туда в комментике пишем. Братик, дыши, живи. По звучку мне нравится. Трючок, в принципе, бля, вообще неплохой. Умираю 2. Бля, какие-то названия такие. Факты. Было такое. Бля, охуенный флоу.
привет своей подруге. И пускай ты тоже передаст подруге. Молодая ты, пил мне похуй на сугу. Может быть, увидимся в следующем туре. Может, кого-то уже завтра не будет. Это пока еще мы затеряем рассудок. Но пока мы здесь, мы делаем суммы. Чтобы факты. Купить счастливую жизнь своим людям. Чтобы выпить. Я скучаю, но даже не знаю по кому. Я даже не знаю по кому. Я даже не знаю по кому. Я тоже скучаю. Я люблю свои чувства, но еще чуть скучаю. И на душе это пусто стало. Дежавю. Снова дежавю. Красиво, бля, красиво. Я убил свои чувства, но все еще скучаю. Почти что умираю. Я почти что умираю, да. Я убил свои чувства, но еще и скучаю, короче. Жилпильчик скучает, да. Вспоминает прошлое. Вот, блять. Была пиздатая строчка здесь. Вот, то что мысли, короче. И мне кажется, что я сам себя не знаю, да? Ни одна из сучек, в которых я был, не похожа на мою. Это та его бывшая, типа, девчонка, которая была у него с самого начала, которая с ним была, да? Вот. Вот, во-во-во-во, вот эта строчка. Это охуенно. Но, может, кого-то уже завтра не будет. Это пугающая мысль, теряю рассудок. Бля, очень много таких мыслей у меня, кстати, в последнее время. То, что кто-то из близких уйдет в итоге. И, типа... И будет не очень, да? И насчет скучаю, тоже сейчас скучаю по родным. Да вообще по всем скучаю, сука. По временам скучаю, по всему скучаю. Но это мне близко, я не знаю. Поэтому мне нравится. Текстик вообще заебись. Наконец-то, нахуй. Вот я что и ждал. Какой-то отдушин. И в принципе, похоже немножко, да, на Уджи Буду в плане текста. То, что... Тоже осмысленная тема. Уже не детская такая хуйня, типа... Сучки, тачки, квартиры, я ебу вас всех, я, а именно вот уже что-то, что-то из души, от души с любовью, вот, мне это нравится. «Умираю 2» тоже хороший трючок, реально, который много кому поможет выбраться из депрессии или еще, ну, он будет понимать то, что он не так, ну, не один, вот. То, что есть тоже люди, которые переживают, так же, как и он, вот, охуенно. «Железо», «Дэм», нет, блядь, «Пластик». Ладно, сори. Не просто, все совсем не просто. Знаю, ты здесь есть просто. И у меня есть вопросы. Это было серьезно. Не уж то я опоздал. Собрал тебя по читанным вот и был. Всех, кого я встречу. Не смешиваюсь в вечность. Она была высоко, так что я не мог ее достать. Бля, охуенно. Вау, хорошо. Еще два еще забыть. Бухает, братишка. Ни один не похож на меня. Кровь у меня во рту, вкус как железо. Я больше не хочу оставаться трезвым. Бля, было такое состояние, реально. Да и вообще, зачем мне этот мир? Кровь у меня во рту, вкус как железо. Я больше не хочу оставаться трезвым. Больше не хочу. Я больше не хочу без этих без них. Вот тоже, опять-таки, тот же самый флоу. Вообще, нихуя не меняется. Почти по, ну, по звучку он ничего не поменял, да? Тут дело уже в тексте все. Это его состояние. Именно состояние, как я понял, да? Что он чувствует? Что он чувствовал, может быть, сейчас уже, может, нет. Вот, да. Тоже такая суицидальная, депрессивная... Депрессивные мысли, которые, типа, его... С собой забирают, да, в омут. Кровь у меня во рту на вкус как железо. Я больше не хочу оставаться трезвым. Я больше не хочу писать эти песни. Ты вообще зачем этот мир? Бля, жестко, жестко. Я, ну, типа, мне кажется, любой человек, который творчески как-то связан, медийка, я не, ну, не знаю, блядь. Может быть, мне только это так кажется. Но каждый вот с такими мыслями
сталкивался. Есть исключения, я, блядь, не говорю то, что это каждого, да, как это трогает. Но большинство вот, типа, есть все, но, блядь, внутри, типа, пустота ебаная. Да и люди, наверное, которые его окружали, ему уже, ну... Он понял то, что это вообще не его нахуй хуйня, и на самом деле вообще, ну... Это не то, что он хотел. Вот. Да? Типа, все общались из-за фейма, нахуй, и все, все в этом духе. Ну, блядь, железо. Не скажу то, что это ебанутый трек. Типа, первые два мне больше понравились. Вот сейчас что-то красивенькое будет, слышь? Блин, ну чем-то, кстати, по... Звучок... Звучок нет, но смысл хороший. Вау. Оу. Бля, не надо, пацаны. Это все хуйня. Шайка тем более. Белые камни, виски, кофе, лакосикали, виски, скулы. И сок с огромной жопой. Вот все, что в моем рационе. Я притупляю свои чувства, но меня сильно паранойит. Факт, факт, ты все возвращаешь, типа. Ну ему хуёво сейчас, да, ничего не скажу. По релизику ему прям... Прям очень хуёвенько себя чувствует чел. Бля, звучит мясо, мне нравится звук. Мне кажется, все непорядки. Бля, ну битос 10 из 10, ебать, он круто звучит. А насчет того, то что... Ну и о чем трек, блять, опять-таки? Тут тоже есть, да, своя хуйня, то что он себя, короче, всем пытается скрыть, всем закрыть, отвлечься всем, да, то, что есть у него, типа. Таблетки, да, вещества всякие. Ну, а его нихуя не спасает, это параноид. Я говорю, ребят, если вы будете употреблять эту хуйню, да, а я был с этим связан как-то, когда-то. Если вы будете употреблять, будет возвращаться вдвойне, ребят. Никогда нахуй, если ты думаешь, что это выход, это не выход, нихуя. Это прям ужасно, типа. Надо держать себя в здравии. Вот. Тогда будет все охуенно в жизни. Реально говорю. Вот. Но у него здесь все максимально. Максимально плохо. Вот. Да и все как ты хотела. Я не знаю, кому он отсылает, наверное, к девушке, бывшей. Да? Которая говорила. Лучше бы ты убил себя. Осуждаю убийство и вообще все эти темы. Ну, короче, звучит мясо. Да, да и для кого-то это будет пример, я считаю. Для кого-то это будет пример, 100%. 1000 глаз. Время летело мимо, и я знаю, что меня не поменять. Да. Время летело мимо, я знаю, что меня... Вечер изменчиво, все вокруг быстро меняется. Вчерашний брат станет тебе предателем. Факты. Бля, факты, пизда. Но мне больно от того, что с годами весело теперь, когда потемнее. Факт. Я быстрее, как возьми. Я не ищу там друзей. Я больше не ищу смысл, им, блядь, я не чувствую себя окей. Ну факт, о чем я и говорил, в принципе. Давай весь бокал не сюда ли. Кстати, послушай истории из моей жизни, охуей. Моему папе, когда Богу вообще где и чё. Факт. Один на один вроде в этого мира так было с пеленок. Я борюсь каждый день, чтобы не прожить эту жизнь никчёмных. Я не знаю, кто я, и в самом деле это больно. Время летело, и мы знаем, что меня не поменять. Сколько людей хотел,
влюбляюсь и стоп. Здесь тысяча глаз дурных, и они смотрят лишь на меня. Я смысловая вообще мясо, на самом деле. Очень-очень прикольно. Очень прикольно. Время летело мимо, и я знаю, что меня не поменять. Факт, да любого человека, считаю, не поменять. Тело только в рамки встает, да? Как на себя человек рамки и ки принимает. Вот. Он также бы это делал, просто он перестает делать, заведомо, не хотя причинить кому-то вред, да? Сколько людей уходило, сколько мне пришлось потерять, тоже пиздато. Вчерашний брат станет тебе предателем, факт. Бесценные уроки жизни, я за все это признателен. Я борюсь каждый день, чтобы не прожить эту жизнь никчемно. Мне кажется, очень много кому близко. Моему папе как-то похуй вообще, где я и что я. Но это меня не касалось. А может касается, не знаю, да? Не знаю, что папа чувствует. Вот. Но в целом, да, он типа здесь начал уже рассказывать, что он сейчас ощущает в жизни себя. Бля, интересно, реально, такое слушать интересно, я не знаю, это взросло как-то, это как-то охуенно даже, по моему мнению. Это не о драгах, не о письках, не о том, что я крутой, а вы все лохи. Это прям такая осмысленная музычка, прикольно. Да, блядь, и звучит мясо, вот, ну, не доебаться, биток вообще, вот тут. Прилетело мимо, я знаю, что меня не поменять, и там такой кубасик, уф, да. Мрак. Короче, плохо трилпилчику. Плохо ему, реально плохо. Я пытаюсь бороться с собственной головой. Я делю на этот мир, я улечу в другой. Я всегда знал, что эта жизнь не будет простой. И я даже не знаю, хочу ли я домой. Оставь меня потом. Я иду в одиночку во мрак. Бля, вот тут красиво очень. Прошло много лет, и я стал немного стар. Типа немного сейчас звезда, либо немножко прикольно. Бля, охуенный флоу, вот и подачка, и коверкание, круто. Бля, очень красиво. Бля, какой-то лидер старый, типа. СКБ, салют. О, СКБ, да, Питок? Вау, красиво очень. Молодец. Бля, он добавил вайбика так-то. Бля, очень красивый трек. Реально, не доебаться до него. Вообще, пиздатый. Именно музыкально это охуительно. Я знал. Let's go. Мы не похожи с тобой даже рядом. У меня много денег, много траблов. Мы не похожи с тобой даже рядом. Траблов, я думаю. Ебать, красиво. Блять, я помню, у кого-то такой же мотивчик был. Запада. Где? Да-да-да.
Сука, кто это? Я забыл. Знаешь, уже заебала. Ты типа Оксанжи. Косички вот эти, блядь. Но мы ты септиконов не пускаем, но. Ты просто клоун, как баги. Да, мы флексим, мы умножаем бабло. Е, бля, очень красивый. Вот тут он ебать интересно. Мне не интересно, что ты скажешь, бля, ты уже никто. Мне похоже, я совсем другой. Я совсем другой. Как мы не похожи с тобой даже рядом. Бля, как он это назывался, трек? Он еще пиздец хайпанул. Напишите в комментах вот этот мотив. Бля, ну он круто это сделал, пиздец. Мы не похожи с тобой даже рядом. У меня много денег, много травм. У меня много сук и много врагов. Бля, охуенно. Молодец. Пиздатый трючок тоже. Ну вот здесь именно охуенно все. Да. Скиллуха. Блять, это очень мне напоминает. Трючок. Ты типа как Санджи, хочешь быть с нами. Это One Piece? Да. В этот срочный респил используешь игру слов. Нами. Как местоимение. И нами, как имя охуеть. Ты хочешь тихо, как Санджи, хочешь быть с нами. Блять, ебать, пизда-то на самом деле. Да. Понял, прикольно. Прикольно. Ты просто клоун, как баги. Бля, он охуенно тут завернулся. По флоу, по текстику. Вообще, все в принципе. Вот это уже звучит что-то новое и красиво. Я помню то, что это... Я уже где-то слышал этот мотив, я не помню, кто это делал. Честно. И не скажу, да? Вы можете написать в коммент. Но, блядь, рычок звучит вообще разъебно. Реально. No hook! Вау! Yeah! Пау! Пау! Тэм-тэм! Бля, Етик поехал! Эй! Эй! Хорош Сука, просто прими мой свайп. Yeah. Скажите в Москве 220 Ленинградский проспект. Я здесь не просто так, стопудово я ставил свой след. Ай-яй-яй, какой он тут охуевший. Я чувствую себя как мост дэв. Чем мне им доказывать, если те, кому надо, знают, какой я внес вклад. И ты тоже разглядишь это, если не дурак. Кого-то я поднял, кого-то научил читать рэп, да теперь я враг. Фак. К Маланам, наверное. На мне дизайнер, это в рестрит-марке. Живу свою лучшую жизнь, бог на интернет. У меня крутые фанго-попы, а у тебя таких нет. У меня суки с фанго-попы, блядь. Делаю флекс, я делаю секс, я делаю кэш. Кончил ей на лице, я сказал ей съешь. Моя сучка, я всегда съешь. Я всегда пай. Я всегда пай. Бля, охуенно, надо было, чтобы он бай вот так сказал, типа, чтобы было, чтобы чувствовалась концовочка эмоционально, так бай. Ну так красиво как-то мило чересчур, да. Но здесь именно вот разъеб, реально. Вот здесь, когда он залетел, я почувствовал его, да. Тут к Мелану, наверное, Мелану отсылка. А теперь я враг, похуй, пусть так, я делаю искусство. Но он тут разъебал на самом деле по звучку и по текстику. У меня крутые фанко-попы, нахуй. У тебя таких нет. У меня, суки, с классной жопой, у тебя таких нет. Бля, ну, короче, жирный, красивый трюпил. Бля, трючок вообще раз... Да и релизе какой-то, я не знаю. Я к нему по-другому отношусь. Мне Челси 3 вообще не понравилось. Ну, никак. А вот здесь мне нравится именно из-за текста. Он вначале подвел смыслом каким-то интересным. Да, а потом уже начал вот какие-то уже тут хитки, типа, уже разъебчик какой-то для всех. Пластик! Нет, блядь, железа. Сори, блядь. Все вокруг кажется таким мрачным. Словно из этого мира исчезли все краски. Ничего
вбивать бит. Жаль, что прошлое не стереть, как пластилин. Не жаль, но мое сердце стало, как пластилин. Пытался бежать от этого, но мои мысли грешны. Мысли были грешны, Господи, прости. Когда кого-то, по сути, не было семьи. Факт. Чужие люди становились ближе, чем свои. Выгляжу, как она, потишка и полосатый лонслив. Помню, словно вчера еще все казалось таким простым. Кому доверять после предательства от того, кого я пускала в дом? Мне бы не хотелось быть тут и просто поиспариться, словно фантом. Все эти деньги, машины и девушки не нужны мне даже там. Факт. Вроде я не один, но на молодец, пиздец. Я тут один, кто может рассказать им всю правду. Что-то на пути, но я даже не знаю, куда иду. Надеюсь, что снова не попаду в тот верх отчаянию. Кинь ложку меда в эту бочку, тёпчу хоть чайную. Вау. Эта жизнь так хрупка, сложно удержать ее в руках. Я иду вперед и не смотрю назад, а прошлое преследует мои сна. Я не вижу цвета, я вижу мрак. Я лил себя, я снова просто так. Бля, вообще молодец. Люди уродливы в чёрных красотах. Люди уродливы в чёрных красотах. Ты дурак. День закончится и зайдет луна. И я спою и о том, что все вокруг кажется таким мрачным. Блять, разъеб ебанутый просто. Ай-яй-яй, какой охуенный трек. Я постоянно чувствую тоски. Жаль, что прошлое не стереть, как пластилин. Мне жаль, но мое сердце стало, как пластилин. Блять. Все вокруг кажется таким мрачным. Словно из этого мира исчезли все краски. Так так и есть. Чувствую постоянного чувства доски. Так и есть, доски, так и есть. Чувство доски. Пиздец. Эй, эй, ебанутый трек. Бля, ну не зря на нем звездочка. А реально пиздатый. Да? Как таковой, по сути, не было семьи. Чужие люди становились ближе, чем свои. Выгляжу как Эмма под тишкой полосатый лонгслив. Да, это может отсылка к старому, типа. А где я ребенок, я не ребенок, я уже взрослый, мам, прости, что-то там, вы помните. Мне бы не хотелось быть тут и просто испариться, будто фантом, да. Вот, все эти деньги, машины и девушки не нужны даже даром, факты. Вроде я не один, но на деле есть ли кто-то рядом, факт. Блять, очень, очень охуенные мысли, блять, очень гениальные. Пацаны, много людей, которые разочаруют вас. В какой-то мере. Вот. Поэтому. Это жизнь. Это жизнь, ничего с этим не поделать. Но насчет. Словно из этого мира исчезли все краски. Так таковой, блядь, вроде бы нет вообще, да? Это наши глаза воспринимают цвет. Но по факту все черно-белое, как говорят. Не знаю я, но скорее всего это так. Вот. Представляете, да? Типа нам кажется то, что красный есть, синий, там, розовый. А этого нету ничего. Охуеть. Ну, блядь, звучит это просто великолепно. Короче, до мурашек и... Сильная работа. Сильная работа. Чувствуется. Чувствуется все, ощущается прям максимально. Бонусный тречок. Yes? Ну, тут будет, да, такое прям. Так. За вечер покушал вкусненько пиар-обед. Но не вечер из Парижа, это эксклюзив экземпляр. Бля, прикольно то, что у него свои такие брендики. Нахуй мне литры для баррели. Вдруг нам не хватит, мало ли. И мне нужно тут все порвано. Я не ступаю по талии. Я не затела в твоей хуйне. Моя машина с Германии. Разгоняю пусто за секунды три. Покажи мне, кто враг, стану визави. Не почувствую тебя в роби-заби. Сука, мы сламы, как слезари. Мы слаймы, как Слизерин. Ты даже не попадаешь в пир. Бэйби, будто мне нравится этот лид. Ти. Она хотела бы встретиться, но я улетела с Милана. Я буду бороться со своими, спросил у Ливана. Yeah. Она настолько стопила, до сих пор зрители Ивана. Она ушла от тебя вот так дрова. Я сделала это не вставая с дивана. Эй. Мы богаты, это правда. Все накушает, все моя братва. Я знаю, не вернусь обратно. Я стал забывать русский язык. Сейчас на связи где-то 12. Они мои тень уничтожи, как я к морю. Зачем ты вяк
Майкл, там и пиздобол, ты Пиноккио. Мы не похожи, ни в чем нет места аналогии. Я озверел, съел фрукцион. И вообще сейчас Токио. Ты как старая, нахуй не нужна Nokia. Оригинал, да, ты моя копия. Я делаю рэп, но лайфстайл рокера. Чисевчиком ему пизже, чем мобил. Бля, охуенно звучит. Не важно, в Азии или в Европе еще. Не важно, какой день или который час. Так и все так, как ты только можешь мечтать. Бля, ну он закрыл мне рот релизом. Он закрыл ротик. Ротик мой на замок прям. Пиздата. Пиздата. Блин, молодец вообще. Молодец, по релизику вообще не доебаться. Очень крутой релиз. Очень круто качает. Вот. Первые трычки вообще очень осмысленные такие, взрослые. Приятно слушать, приятно читать. Вот. Максимально. В конце уже начал показывать скиллух какую-то, да? Блять, очень запоминающие треки и очень, очень мне нравится, короче. Вот это мне нравится. 10 тречков, как будто так и надо было. Вот 10 треков — это идеалка. Он меня не заебет. Вот если бы больше было. Просто все, большинство треков, короче, складываются к одному флоу. Вот. Да? И если бы этого было много, это бы уже заебало. Вот как будто 10 — это идеально. Не знаю почему. Очень осмысленный, очень много кому скажет то, что, типа, популярность — это вообще хуйня все. Типа, проблемы не уходят вообще никак. Никогда. Они есть, да? Вот. То, что деньги и сучки нахуй не нужны, это все, типа, просто, чтобы понтишки, чтобы было... Ну, рэп — это же все-таки рэп, надо же что-то сказать, да, о веществах. Ну, блин, короче... О предательствах, да, много говорит. Вообще о семье. То, что люди не такие, за кого, ну, за кого себя выдают, да. Многие. Есть, конечно, которые никогда не предадут, а есть вот разные люди. Поэтому все в этой мере так. Ну, короче, тяжело. И вторая половинка уже более расслабляет, более дает краски какие-то, какой-то кайф. Вот. Поэтому такие дела. Ну, релизику я ставлю, блин, 9 точно. Хороший релиз. Хороший релиз, который стоит слушать, кайфовать. Для меня лично прям вообще молодец. Трилпил, бля, красавчик. Искренне я. Пишите свое мнение, как вам. Мне прям вообще заебись зашел. И прям очень было приятно почитать, послушать. Вот.